Недавно я подружилась с очень умной собачкой по имени Соня. Да почему умная? Да потому что она всегда много раз думает. Откуда берутся мысли? Где включается небо? Почему вкусного едят по чуть-чуть, а не вкусного по много? И где растут сосиски? И если много раз думает, то непременно станешь умным. Собачка Соня не просто умная, но и ужасно знаменитая. Ее даже на телевидении приглашали сниматься в рекламе собачьего корма и сосисок. Соня очень любознательная собачка, которая даже научилась читать и даже записалась в библиотеку. Ей так хотелось, чтобы все собаки научились читать, что она даже придумала специальную свою собачью азбуку, которая понятна и интересна любой собаке. Если вы тоже хотите подружиться с этой умной собачкой, то обязательно прочитайте книгу Андрея Усачева «Все-все-все об умной собачке Соне». В книге собраны все Сонины приключения, а также азбука и записи из дневника. Где можно рвать сосиски и бананы и увидать на улице слона. А маленькая бедная собачка, хорошенькая белая собачка, по целым дням скучает у окна. А маленькая бедная собачка, хорошенькая белая собачка, по целым дням скучает у окна. По целым дням скучает у окна.